самбо, грэпплинг, панкратион, да что только не по плечу сестрам Самоцоповым. Маша и Алена везде показывают достойные результаты. Например, зимой девчонки выиграли первенство области Центрального федерального округа по панкратиону, а потом отправились на Россию. Панкратиону было не очень сложно. Весь день прождали бои. Только в конце дня нас вызвали на схватки, и мы выиграли встречу. Измором девчонок не возьмешь, тем более, что опыт участия на всероссийских соревнованиях огромный. Девчонки сами уже сбились со счета, сколько раз выступали на первенствах страны. В этот раз состязания проходили в Севастополе. У Алены в весе было 5 человек, а Маша зашла в своих схватках, можно сказать, с козырей. У меня была одна схватка. Тоже не очень сложно. Правда, были какие-то судейства, загвоздки. Но так выиграла досрочно болевым. Золотые медали сестры привезли не только с первенства России по панкратиону, но и с первенства Центрального федерального округа по грэпплингу. Помимо этого, девчонки и про самбо не забывают. В этом году я еще до этого выиграла Москву. И Москву по самбо стала первой. И на первенстве России стала второй. По самбо, конечно, там гораздо сложнее. Там по 20 человек в весе. И схватки очень сложные. Это надо столько трудиться, чтобы стать на пьедестале. На Москве, да, я тоже выиграла. У меня было 8 человек в весе. А Россию я проиграла из-за того, что заболела. Сложно поверить, но в 5 лет девчонок отдали в художественную гимнастику, но у них с этим видом спорта не заладилось. В 10 лет они пришли в боевые единоборства. Маша и Алена не скрывают секретов побед в тренировках с самым лучшим для них тренером, их папой. Илья Самоцупов готовит своих девочек по всем боевым дисциплинам. У меня больше нравится и лучше получается панкратион. Наверное, потому что у меня папа тренер по панкратиону и смешке, и у меня это лучше пошло. А мне почему-то больше самбо и грэпплинг нравится. В панкратионе там удары, а я ударов немного боюсь. И поэтому самбо и грэпплинг очень люблю. Там партер, там больше болевых. Мне больше это, лучше удается. Маша уже кандидат в мастера спорта по самбо, а Алена по грэпплингу. Кстати, девчонки ждут присвоения еще одного звания. Маша и Алена выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта по панкратиону. В будущем девушки планируют отучиться на тренеров и самим воспитывать подрастающих бойцов. В то же время планы на спорт не остаются в стороне. Сестры уже поставили себе довольно амбициозные задачи. Я мечтаю стать тренером и выиграть мир. Да, я еще в UFC хочу. А я хочу выйти, выиграть мир по самбо и Олимпиаду идти выше. Пока у наших юных чемпионок, как и у всех детей, летние каникулы. Они продолжают тренироваться и набираться сил. Они же им понадобятся в избытке. В августе начинается подготовка к первенству мира по панкратиону, где Мария и Алена Самоцуповы будут представлять нашу страну.